Сегодня большинство спиральных сверл изготавливают методом продольно-винтовой прокатки. Этот способ позволяет исключить трудоемкую фрезеровку винтовых канавок, уменьшить время производства и сэкономить до 40% дорогостоящей быстрорежущей стали. Цельные заготовки изготавливают из легированной и быстрорежущей стали методом нарезания прутков определенной длины и диаметра. Подготовленные заготовки проходят через индуктор, в котором при помощи воздействия токов высокой частоты происходит их разогревание до температуры прокатки. Далее, для того чтобы максимально приблизить профиль круглого прутка к профилю готового изделия, горячую заготовку прокатывают на трех вальцах и для получения полного винтового профиля отправляют в прокат на завивочный станок, где одновременно с конечной прокаткой происходит завивка сверла с образованием продольно-винтовых канавок. Полученные заготовки калибруют по длине, формируют предварительный профиль режущей части и отправляют на токарную обработку. Здесь хвостовику сверла придается коническая форма, а также фрезеруется лапка хвостовика. Коническая форма хвостовика позволяет сверлу надежно закрепляться в шпинделе токарного или фрезерного станка при использовании сверла в промышленном производстве. После механической обработки для увеличения твердости рабочая часть спиральных сверл подвергается обязательной закалке и последующему отпуску.
Для этого сверла выдерживают в течение определенного времени под воздействием высокой температуры, охлаждают в масле, подогретом до температуры 140 градусов, а затем вновь разогревают. Закаленные сверла подвергаются тщательной шлифовке, полировке и окончательной заточке режущей части. Далее следует нанесение на сверло маркировки, содержащей информацию об изделии. Маркировка сверла производится методом накатки, и хотя на большинстве производств для маркировки изделий уже давно используется лазер, на некоторых предприятиях для этих целей все еще используют накаточные маркировочные станки. Конечным этапом обработки готовых изделий является процесс насыщения поверхности стали азотом, так называемое ионное азотирование, которое улучшает режущие свойства и повышает износостойкость сверла.